прохожу мимо, смотрю на Валерса, что-то не то. А сова сидит не там. Привет, а ты чего так сидишь? Первый раз вижу. Ёль, что ты, угу? И пошла. Ой, какой-то... А, она на закат смотрела. Отсюда вид очень красивый. Ничего себе, какая красота. А я что-то туда даже не посмотрела. Да, Ёль, очень красиво. Правда, правда. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Вот так это выглядело. Ну, красота же, да? Уже стемнело. Вообще. Угу, да, на закат надо поугукать. Красота такая. У тебя сейчас глаза под цвет заката. Посмотри на это. Вообще очень гармонирует, Ёль. Красиво, да. Молодец, сова. Ну, я первый раз вижу, чтобы она вот там стояла и так смотрела. Стоит сова. Ёль, съешь крысу, пожалуйста. Будь совой. Кого ты там увидела? Тут там ходит. Ладно. Посмотрели на красивое, надо идти кормить, да? Чего там? Кач. Угу, качаем твой стабилизатор. Вот, на подушку пошла. На правильное место, да, сова? Угу. У тебя сегодня угушек много. Вот она там увидела. Интересно, Пуаро пришел? Если пришел, то там мисочки пустые, надо будет наполнять. Ну, вообще там прям вот очень красивая картиночка такая вот. Нарядно. Да? Вот. А, тут нельзя отдалить еще больше. Ну, очень красиво. Я уже слышу, что Пуаро нас там ждет. Котик! Ну, привет! Еды нету, да? Все пусто. Я знаю. Да, сейчас положим. Иди-ка сюда. Где ты там? Котик, ты внизу, что ли? Ты только что тут был. Где ты? Пуаро. А, вон он, ты, все вижу. Заходи, короче. На, держи, сейчас я тебе еще паштетик дам. Держи сухарики твои. Давай, не стесняйся. Котик. Держи. Ну, кушай. Камушки вкуснее. Выбирает. Вот там корм канигата. А это паштетик шеба, по-моему, вроде. Так-то он приходит каждую ночь. Но я его не всегда... Вот он дожидается и позже приходит обычно, чем я кормлю. Сегодня утром я просто не насыпала ему, потому что днем он редко приходит. Ну, я думала, придет, позовет. Ну, вот пришел, дождался. Очень вкусно, скажи, да? Дел сейчас столько, скажи, на улице просто вообще. Ладно, ешь. Что, ты покушал? Да? Пожалуйста. Ну что ты, котик? Чего? Такой кабачочек сидит. Пуаро. Да? Что, мяу? Не все съел. Там много, да, еще на ночь останется, скажи. Да, да, мяу. Ну. Опять холодно ночью будет, да? Ты прячься. Мне надо идти, уходить уже все.
Ты опять на своем троне? Лучик. Ты чё, кусается? Слышь? Все обкусывает. Ну, пока новых кусочков нет. А так вот, вот это вот все я посадила. Вот, вот эти вот. Это лучик накусал. И сидит такой довольный. Да? Надо вон туда еще повесить корзиночку. Я просто пока не знаю, какое растение туда поставить. На растерзание лучику. Да? Я тут циперус вот размножить решила. В общем, здесь одна из вот этих вот. Это же циперус, это как папирус. Только циперус, ну вообще родственник. Оно болотное. Горшок надо ставить, чтобы он, ну, до половины где-нибудь в воде был. Ну, в общем, всегда в воде стоял горшок, чтобы здесь было такое, было болото такое. Вот. И в какой-то момент вот эти вот листья вот из этого места начинают, вот почки там видны, начинают давать новый росточек. И в этот момент надо лист обрезать, вот так вот срезать его, обкорнать все листики и просто бросить в воду. Вот, вот здесь. А! Ой, сейчас достану. Вот. Это мех лучика. Нет, это паутина. Вот, пошел росточек из вот этой почки. Я увидела, срезала. И теперь, плавая в водичке, он даст корешки. И другие росточки. И можно будет уже сажать в такое вот болотце. То есть это очень легко размножается растение. Его очень любят есть кошки. Собственно, поэтому он из дома сюда переехал. Но здесь его погнул лучик. И вот такое оно зелененькое пальма. Выглядит как пальма, но это не пальма, это трава. Совершенно безопасная для животных. Осока такая, грубо говоря. Или камыш, не знаю. Так что, если кому-то интересно такое растение, то вы можете легко. У меня, когда я в школе училась, я вот из такой вот жопоньки вырастила себе. У меня был огромный горшок, наверное, вот как вот этот размером. И из него торчало просто полностью вот такое, да, во все окно такой куст. И в итоге корнями этот циперус сломал потом горшок, тут треснул. А потом он у меня, по-моему, то ли засох, то ли замерз, я не помню. В общем, я куда-то уезжала, никто не полил, и он того. Вот. Луч очень внимательно слушает, говорит, все правильно. Молодцы. Да.